Ребят, смотрите, что написано. Здесь написано, что каждый день 111 брахминов, но эти еще брахмины женщины, каждая из них делает вот этот вот табличку, ну, стол, с тысячами маленькими шивалингами, которые сделаны из земли вот этого филда. Представляете? Каждый делает 1000, а всего их 111. Вот это да! Представляете, сколько? Это же даже тяжело представить. 1000 умножить на 111. Это же будет 1000 умножить на 111. Это будет... Сколько же это будет? 1000 умножить на 111. Это будет... Так, ладно, я выпендриваюсь, конечно, все это понятно. Вот, но в прошлый раз, ребят, когда я был здесь, я смог попасть вот туда вот. Вот сейчас что-то тут все закрыто, гляньте, все закрыто, и попасть туда нельзя, что меня не радует. Можно перемахнуть и пойти вам показать. Здесь очень красивый просто вид с той стороны, ребят, очень-очень красивый вид. Может быть, здесь можно удастся пробраться? Может быть, здесь удастся пробраться Николаю? Ха-ха-ха! А ну-ка, что тут у нас? А здесь у нас вот этот вот и находится... Это место, ребята, сюда приезжают отдыхать очень-очень богатые люди. Кстати, здесь находится один из очень дорогих отелей, вот этот вот, который называется Heritage Hotel. Вот. И мы сейчас, давайте, конечно, меня сейчас прогонят отсюда, но я вам хотя бы чуть-чуть покажу, как все это дело выглядит. Смотрите, как здесь. Не знаю, вижу, видно вам, не видно. Здесь очень-очень красиво такое место. Здесь останавливаются, отдыхают самые богатые люди Индии, ребята. Вот, и пока эти богатые люди Индии заняты рассматриванием своих подопечных снизу, сверху вниз. А, это работники вообще, они просто офигеют сейчас о том, что я сейчас подойду. Представляешь, работники, перш такой зашел. Вот такой вот вид, ребята, отсюда. Смотрите, какой удивительный, удивительный вид. Это называется Heritage Hotel, right? Heritage Hotel? Heritage Hotel. Вот он, удивительный такой вид. Ребята, отсюда. Ребята. Но зато, да, прикольно, зато я вам показал, как выглядит это место, где собираются очень богатые люди. Они мне сказали, что это частное место. Это частное место. Там запрещено, туда невозможно вообще попасть. Туда попасть невозможно. Вот. Может быть, они, ребята, сейчас поскакали за полицией. Вот. Поэтому наша задача сейчас уносить отсюда ноги, чтобы полиция не пристала ко мне и не отобрали у меня камеру. Вот. И мы... Но бежать же не надо, правильно? Бежать. Бежать не надо, чтобы к нам внимание не привлекать. Поэтому так медленно, но быстро уносим ноги. Медленно, но быстро уносим ноги. Потому что я так понимаю, что я забрался на место какого-нибудь там премьер-министра, где приезжает и отдыхает премьер-министр. И пока работники ковырялись в носу, дядя Перч показал вам. Так, а теперь здесь, наверное, тоже бежать, наверное, не надо. В общем, ребята, вот оно, это место. Вот. Кстати, тут еще находится удивительное место, где горит огонь, где поддерживается огонь в светильниках, как говорят, уже больше 600 лет. Я не знаю, правда это или нет. В общем, давайте я сейчас туда вас свожу. Вот, посмотрим это место. Мы с вами. Вот, я думаю, что остальные там все подождут. Ничего с ними не случится. Вот. И если нам повезет, мы оттуда возьмем несколько светильников. Вот, я оттуда возьму несколько светильников, потому что это место, там очень-очень много светильников. Вот, а потом, может быть, желающим отправлю. Все, сейчас я вам покажу место это. Если оно еще...